Всем привет, дорогие подписчики и гости канала. На момент записи этого видео мы приближаемся к отметке 1500 подписчиков, и я принял решение отблагодарить свою аудиторию и устроить розыгрыш среди подписчиков канала и разыграть товар, который будет в следующей распаковке. Какой это будет товар, пусть останется сюрпризом, но скажу, что он послужит отличным подарком к Новому году. Как вы смогли заметить, в распаковку попадают только полезные гаджеты и средства. Если вы еще не подписаны, успейте это сделать. Быть может, вы станете счастливым обладателем этого гаджета. А теперь приступим к распаковке. Было много комментариев под моим предыдущим видео. Ссылка на него будет в описании, где я восстанавливаю олеофобное покрытие с помощью средства, приобретенного на сайте AliExpress. Флакон с таким средством не обошелся 150 рублей. Но говорят, что оно восстанавливает только гидрофобность. И действительно, с отпечатками оно справляется не особо хорошо. Но результат есть, хоть и недолгий. Сегодня на моем столе лежит посылка прямиком из Японии. Такого вы не найдете в розничных магазинах, и вам не доставят с AliExpress. Ни в коем случае не заказывайте увиденное с разводящих русскоязычных сайтов, на которых идет отсчет времени. А то, как говорит известный блогер, мне будет за вас стыдно. Тут я ценю всех и каждого. Мое дело предупредить. Продолжим. Заказывал на eBay, и цена на момент записи видео за флакон 3 мл данного средства составляет 1100 рублей. Но нам ведь важен результат. За него я готов платить такую сумму. Давайте приступим и вскроем. Видим, продавец запаковал хорошо, помимо стандартного пакета, здесь еще и пупырчатый. Было тут нам вскрыть. Все перемотано скотчем. Да, насколько я вижу, в пакете находится именно то, что я и заказывал. Давайте посмотрим, где произведено. В Японии. Срок годности указан здесь на упаковке или нет. 3 мл. Срока годности я не вижу. Но здесь указан официальный сайт, откуда можно заказать, если не через eBay. Также QR-код. В упаковке нас встречает само средство, наклейка и тряпочка для протирания дисплея, или в нашем случае для нанесения данного средства. Такая вот наклеечка. Также продавец вложил купон на 10% скидку. Если кому интересно, сканируйте его, и вы получите 10% скидку. Вот данный флакончик. Написано смартфон. Так. Инструкции по применению я не обнаружил, но на коробке, как вижу, она есть. Но японский я не знаю. По картинкам понятно, что вначале следует протереть дисплей, далее нанести несколько капель
данного средства и растереть по экрану. Как и при тестировании средства с AliExpress, я буду проверять на своих Apple Watch 4 поколения. Но подойдет оно для любого устройства, у которого есть дисплей, только не пластиковый. Смартфон, часы, умные браслеты. Тест будет проходить в 3 этапа. Проверка каплей воды, отпечатком пальца и протрем обычной сухой тряпкой. В ходе всех этих проверок на дисплее не должно образоваться разводов и пятен, ну или они будут малозаметны. Для чистоты эксперимента давайте проверим, как это работает сейчас без этого средства. Я подготовил воду, сухую тряпку и свои пальцы. На данный момент я протер. Как видим, экран чистый. Нанесем каплю воды. Очень заметно, как она оставляет за собой след. Видите? То есть на данных часах полностью отсутствует олеофобное покрытие. Вот такая вот. Получается, капля не собирается в одну. Протираем ее тряпкой. И хорошо заметно, как остаются следы. Теперь проверим отпечатки пальцев. По всему экрану видны отпечатки пальцев. Протрем отпечатки. Как видим, они размазались. Так, теперь я протру начисто. Даже в этом случае протирать начисто не получается. Все размазывается. Давайте воспользуемся тряпочкой из комплекта. Довольно-таки приятная такая на ощупь, необычная. Теперь наш дисплей чистый. Теперь нанесем средство. На площадь экрана достаточно 2-3 капель. Будем наносить, как и другие подобные средства, с помощью круговых движений тряпочкой из комплекта. Процедуру будем повторять 2-3 раза. Но мы сделаем 3 капли для чистоты эксперимента. Тут же надо растирать. Еще наносим. Тут же растираем. И еще наносим.
После того, как нанесли средство, нужно подождать от 3 до 5 часов. После этого начинаем тестировать. Для вас это время ожидания пролетит незаметно. Все, прошло около 5 часов. Начинаем проверять. Для начала воспользуемся пипеткой для капли воды. Капля воды скатывается. Почти не оставляя разводов. Там, где оставляет, можно собрать этой же каплей. Гидрофобный тест. Данное средство прошло, но и проходило также и с AliExpress средство его. Давайте протрем. Все протерлось и не осталось ни следа. Теперь будем пробовать пальцы. По всему дисплею оставил следы. Смотрим. Есть, но значительно меньше. Я бы даже сказал так же, как и остается на заводском покрытии. Ну а теперь попробуем протереть данные следы. Все идеально протирается. Что я могу сказать? Средство рабочее. Гидрофобность мы проверили. Возможно, будет еще лучше, если нанести еще один слой через какой-то промежуток времени. Допустим, вот сейчас нанести еще один слой, и тогда капля будет еще лучше скользить по дисплею. Палец скользит значительно лучше, чем без покрытия. Не оставляет никаких разводов. Вот мы сейчас делаем. Отпечатков не остаются. А если остаются, то это такие, как и при оригинальном, при заводском покрытии. Какой мы сделаем вывод? Как видим, средство работает. Но как долго продержится это покрытие на длительной дистанции, вы сможете узнать, спросив в комментарии к этому видео. Отвечу каждому. Уже через месяц после выхода видео будут объективные данные. Так как часы ношу ежедневно, и они соприкасаются не только с пальцами рук, но и с одеждой. Ответим на вопрос, для кого это средство будет полезно. Для тех, кто заметил, что спустя год палец по экрану уже не так скользит, как раньше, появляются жирные пятна от пальцев, или, как в моем случае, после полировки экрана, когда данный слой уходит вместе с царапинами. Ну а теперь все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, видео было полезным. И на основе двух видео решите, какое средство вам больше подходит. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии под этим видео. Все необходимые ссылки будут в описании под видео. Всем пока!